Аэропорт уже проходит сертификацию, уже все поданы документы. На прошлой неделе мы общались с собственниками, они уже проходят регистрацию. Поэтому, я думаю, после прохождения сертификации аэропорт уже официально будет зарегистрирован в госреестре и откроется для приема самолетов. Коли це орієнтовно планується? Я не хочу сейчас говорить о том, что это будет через 2 недели. То есть сертификация аэропорта – достаточно сложное мероприятие, оно может затянуться от месяца до 3 месяцев.